того, чтобы эту проблему решить. Ну что ж, мы переходим к последнему элементу модели влияния. Это пример. Примерные модели поведения, которые нам помогут достигать поставленных результатов. Ну, мы движемся, в принципе, в тайминге. Я уверен, что все достаточно быстро. Первое. Что же возникает? Что для меня является ролевой моделью? Когда у нас происходит что-то в нашей жизни, это, уверен, всегда когда-то уже у кого-то происходило. Нам нужно просто эту ситуацию принять и попытаться найти тех людей, кто уже эту ситуацию прожил, пересмотрел и выбрать для себя ролевую модель. Ролевая модель может быть там, мама, папа, не знаю, там, какой-то герой. Там, я, например, встречал в Соединенных Штатах людей взрослых, для которых комиксы, там, Мистер Америка или Человек-паук, они являлись героями, которыми они хотели следовать. Оказывается, это фантастическое, огромное влияние там, масс-медиа, где собираются тысячи и тысячи людей, поклонники этих комиксов, которые хотят быть такими, как эти герои, спасать мир в хорошем смысле этого слова, вот, быть добрыми, активными, помогать всем. Нам нужна ролевая модель, вот, которую мы бы могли избрать. Кстати, отчасти мировые религии являются проповедниками от таких ролевых моделей. В принципе, любая религия, независимо от вероисповедания, внесет в себе определенные правила, которыми ты должен следовать. Это значит, что человек, в принципе, придерживаясь этих правил, становится некой ролевой моделью. В этом случае там, тот представитель верховного божества, который есть в этой религии, является некой ролевой моделью. Мы все хотим быть похожи на Аллаха, на Христоса там, и на всех остальных, которых только там может быть. Неважно. Значит, наша задача – интересная идея. Нам нужно изучать примеры. Когда мы говорим о том, что мы хотим влиять на других людей. Ну, например, там, самый простой пример. Когда вот, я очень часто видел, когда дети еще были маленькими, говорю, не переходите на красный свет. Но когда мне куда-то надо было бежать, я брал ребенка своего и несся на красный свет, и у ребенка в голове рассинхрон происходил. Папа говорит, что нельзя на красный свет идти, а сам, когда ему надо, идет. И когда ты это осознаешь, то у тебя очень четко, ты должен понимать, что говорить и делать – две разные вещи. То есть если ты говоришь, соответственно, у тебя должна быть подтверждаться практика, и тогда ты можешь действительно влиять через свой пример. Исследования показывают, что изучение примеров и нахождение тех черт, которые тебе важны, помогают человеку становиться более успешными. Ну, например, мы идем заниматься в спортзал, мы видим фитнес-модели, да, красивые тела мужчин, женщин, которым мы хотим следовать где-то подсознательно. Мы хотим быть красивее, мы хотим быть умнее. Это наше естественное, заложенное нам природой желание. Если мы вернемся, вот просмотрим всю нашу модель влияния касательно истории, в которой мы говорим о том, что у нас есть цель, и мы хотим влиять через рассказ интересных историй, которые помогут нам передать эмоциональное содержание, помогут человеку пережить какой-то момент и тем самым гораздо проще передать ему ту информацию, которую мы хотим через историю, то мы этот первый шаг сделали. Потом мы его поддержали в том движении. Ведь все, что мы делаем, преследует определенную цель. То есть мы хотим что-то, а мы хотим поменять модель поведения человека. Дальше. Мы ему поддержали, сказали спасибо, там, не знаю, угостили пиццей, позавтракали с ним. То есть человек в своем поведении понимает, что я делаю что-то правильно, за это меня хвалят, или я делаю что-то не так, за это меня не хвалят. И в этом смысле очень хороший инструмент обратная связь, корректирующая и поддерживающая. Дальше. Я становлюсь саморазвитием. Для того, чтобы мне влиять на людей, я должен быть сам. Я должен быть самым эффективным, умным, развивать свои навыки, soft skills, для того, чтобы я мог быть примером для тех людей, которых я покажу. И вот мы закрываем круг. И если я пример, я могу рассказать истории, как я поставил себе цели и прошел через этот сложный путь. Например, там, как я восходил на Эверест, как я там занимался спортом, как я бегал. Неважно, у каждого из нас есть какие-то свои истории. Уважаемые наши люди, которые смотрят наш замечательный в сети, пожалуйста, подумайте, какие истории у вас есть, какие примеры в вашей жизни, на кого вы ориентируетесь, какие вам примеры в жизни помогли когда-то стать тем, кем вы есть сейчас. Может быть, у нас есть в аудитории кто-то может рассказать о каком-то примере в жизни, у которого был у вас интересный. Коллеги, ждем сеть, посмотрим, что они нам ответят. А мы с вами потихонечку пойдем дальше. Все, что мы делаем, как я уже говорил, мы оказываем влияние на других через информацию, через печатный инструмент, через разговор, через влияние, телевизор, да, через средства массовой информации. Все это влияет на нас. Мы попадаем постоянно и под чужое мнение, под чужое влияние. И когда мы попадаем под чужое мнение, нам всегда очень важно понимать, а
это мнение, я готов воспринимать. Помните, те задачи, которые мы с вами отвечали на вопросы? Я понимаю, что от меня требуют. Я готов согласиться с этими требованиями, которые от меня ждут. И тогда, если я готов, да, например, я готов это принять, или нет, я не готов. Здесь мы начинаем обсуждать эти вопросы. Мне показывает время, что у нас осталось с вами 15 минут, поэтому чуть-чуть ускоримся. И все же пример. Да? Смотря на брутальный вид Брюса Уиллиса, кстати, я уже говорил, что я дружу с Лидией Черкасовой, она еще в свое время была председателем правления банка Траст. Может быть, помните, в Москве были плакаты огромные Брюс Уиллиса, да, банк Траст надежный, как я. То есть вот через пример передавалось, к сожалению, он не был, не судьба ему быть таким надежным, вот было, к сожалению, да. Но вот олицетворение примера в надежности как раз и позволяет нам быть, сделать. И как раз пример, наш личный пример в отношении с нашими близкими, с нашими коллегами, с нашими клиентами является четвертым рычагом, который помогает уже окончательно повлиять на человека и получить те самые модели поведения, которые нам необходимы. Безусловно, что в любой организации, если бы здесь у нас было больше руководителей, мы поговорили с ними о том, почему изменения должны начинаться сверху и какова действительно на самом деле роль руководства. Вот представьте, что если руководитель – это такая большая-большая-большая шестеренка. И вот она двигалась, и вдруг в какой-то момент за ней маленький следующий, вот как показано на этом видео. А вдруг она бы остановилась. Инерционно остальные бы еще вращались. И руководитель вдруг начал бы менять курс своего поведения. Что бы происходило с теми, кто внизу? Они бы там искрили, шипели, их там ломалось. Поэтому очень важно роль высшего руководства и роль верхнего руководства во всех изменениях быть последовательным. Потому что мы все здесь не в смысле миниатюрные, как шестеренки, нет. А в смысле, что мы все здесь как единый механизм. И влияние каждого на нас большое. И вот сегодня вы здесь побыли с нами, послушайте еще другие лекции. Вы что-то для себя возьмете, сформулируйте какую-то свою формулу, которая позволит вам как-то двигаться вперед. Это вы будете, придете к себе в подразделение, домой, и начнете влиять на близких себе людей, на коллег. И вы почувствуете, насколько вам вы сможете обладать новыми инструментами для своего развития. Как мы с вами говорили, что меняться нужно не только на словах, но и, безусловно, в делах двигаться. Юлия, я слышу, какой-то у нас вопрос есть, да? Мнение. Один из примеров – это родители. Пример всегда давали право выбора. Это прекрасно. Выбор – это вообще прекрасно, потому что это формирует самостоятельность. Поэтому здесь, если ты хочешь изменить мир, необходимо начать самому стать этим изменением. Говорить все время правду. Большинство из нас заражены таким, знаете, необоснованным оптимизмом. Это психологи изучили этот феномен, потому что мы считаем, что мы почему-то вот лучше, чем другие. Или мы заслужим лучшей участи, чем другие. Мы в чем-то там как-то вот готовы преуспеть, чем больше, чем другие. И если оценить в целом нашу работу, мы в целом всегда себя оцениваем, ну как бы, ну хорошо, вряд ли кто-то захочет себя оценить плохо. Поэтому вот этот необоснованный оптимизм, это тоже классно. На него надо использовать и говорить о том, что да, ты молодец, ты прекрасно делаешь. Вот давай теперь посмотрим, как тебе двигаться вперед для достижения наших целей. Ну что ж, очень важно получить обратную связь. Вообще обратная связь, когда ты получаешь ее от своих коллег, от своих сотрудников. Знаете, если вам интересно, вот мы когда говорили, там в одном инструменте есть такое понятие SWOT-анализ. Если ты делаешь личный SWOT-анализ, узнаешь свои сильные стороны, слабые стороны, можно сделать очень просто. Вот как узнать, что на самом деле думают о вас ваши друзья или близкие? Взять список тех людей, которым вы доверяете, 5 человек, и, например, написать им такое сообщение в чате. Там, как ты думаешь, а что является моей самой сильной стороной? Это раз. И напиши честно только, пожалуйста. И что ты думаешь является для меня моей зоной развития? Вы удивитесь, как интересно смотрится, как мы выглядим на самом деле в глазах других людей. Я это иногда делаю для того, чтобы скорректировать свое поведение со своим близким окружением. И это дает очень интересные результаты. Попробуйте, возможно, вам это тоже будет интересно. Ну что ж, наша задача, как всегда, быть лучше всех. Потому что достигать результатов через саморазвитие, через достижение своих собственных целей, опираясь на свои собственные ценности. И вот вам еще тоже хорошее задание, чтобы подумать потом на досуге, когда вы останетесь, что сделает меня великим, что даст мне возможность продвинуться, стать хорошим человеком, быть человеком с большой буквы, отвечать за свои слова, за свои поступки. И что из моих поведений делает мне, не делает мне честь, над какими моделями поведения мне нужно поработать, чтобы немного измениться. Ну что ж, в целом мы с вами прошли
в 4 наших истории, 4 момента модели влияния. Нам для этого, для того, чтобы достичь результатов, безусловно, необходима решимость, действие, быть примером, не останавливаться, чувствовать поддержку других, чувствовать близких людей себе поддержку, постоянно практиковаться для того, чтобы это достигать. И я уверен, что это трудно. Безусловно, да, без этого не получится, но, как говорится, это того стоит. Если вот вложить в себя силы, научиться этим элементам, мы точно сможем достигать результатов. Мы с вами подошли к финишу, рассмотрели с вами убедительную историю, механизмы поддержки, элементы саморазвития и примеры для подражания. Все, что нужно сделать, секреты для того, чтобы применять их, они очень простые. Нужно это делать каждый день. И тогда результат не заставит себя ждать. Нужно вовлекать других, нужно праздновать успехи. И на этом, вот именно эту тему мы с вами закрываем. И мне бы хотелось, чтобы здесь, может быть, сегодня вы написали вспышку очевидного озарения. Что получилось для вас важного, что вы сегодня для себя открыли, какие инсайты вы пережили. То же самое касается нашей замечательной сети. Напомню, что с вами был я, Роман Дусенко, и мы с вами обсудили тему модель влияния. Как влиять на других людей, получая нужные нам модели поведения, используя убедительную историю, механизм поддержки, как нужно самим развиваться и быть примером для других. Спасибо большое. Что у нас с нашей сетью? Есть ли вопросы? Да, накопилось некоторое мнение и вопрос. По поводу влияния. Кто читает, тот управляет народом. Вот у человека такое мнение, да. И тоже прочитать жизнь достаточно одну книгу, но чтобы узнать, какая, прочитать нужно все. И вопрос есть как раз к вам, Роман. Подскажите, пожалуйста, какие книги по лидерству вы можете порекомендовать? Вы знаете, нет каких-то хороших книг или плохих книг. Все книги про лидерство, как и, впрочем, любые книги на любую тему, это выражение мнения автора. Начните с того, что возьмите любую книгу и просто прочтите. Для того, чтобы, как вы правильно, как предыдущий текст, да, посмотрите на историю этого человека, который писал эту книгу, что он добился в жизни, насколько у него есть авторитет или основание говорить, рассуждать на эту тему, насколько вам текст нравится, насколько там слог изложения, насколько то, что вы прочли, вас вдохновляет, и вы готовы это повторить. Мне кажется, это вот лучший способ. Я всегда так делаю. Беру книгу и смотрю на нее, чувствую, насколько там читаю о человеке. Если мне интересно, тогда уже начинаю дальше употреблять. Спасибо. И пока у нас собираются вопросы, Роман, вам привет из Хабаровска. Собрались также земляки. Да. Спасибо большое, да. А вывод есть уже. Вывод у меня такой. Влияй на себя и развивай себя, тогда сможешь влиять на других даже без коммуникации, просто собственным примером. Прекрасно. Спасибо. Да? Что у нас, Даш, как тогда? Коллеги, может быть, у вас есть какие-то вопросы к Роману? Если есть... Да, да, конечно. Роман, хотела поблагодарить. Очень интересное выступление. Много подчеркнула для себя. Вот отдельная благодарность, что есть пособие. Всегда приятно, когда человек делает больше, чем, допустим, другие спикеры. Да? Удовлетворенность равно да. Ожидание минус ощущение. Да. Да, то есть я была неожиданно удовлетворена тем, что да, есть что-то еще почитать и чем-то заняться после сегодняшнего тренинга. Ну и плюс тут готово пособие, на самом деле, для наших учеников, нашей компании. Поэтому буду использовать. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Буду рад вам. Пожалуйста, я, как и говорил, что оставлю все свои контакты. Здесь вот в рабочей тетради тоже есть и все телефоны, адреса, явки, пароли. Пишите. Я всегда всем отвечаю. Может быть, не сразу, но обязательно всегда всем. Роман, также появилось еще мнение о том, что история бездействия – это фейк. Окей. Okay.